Товарищи велогоны, всем привет! Сегодня у нас второе видео про товары с AliExpress для велоспорта. В первом видео записывали определенные позиции по части велокомпонентов. Там были шимановские определенные позиции, некоторые карбоновые изделия и еще кое-что по мелочам. Кто не смотрел, гляньте, интересные вещи там были. А сегодня поговорим про велоэкипировку, непосредственно которую я заказывал в течение последних 5 лет, которую лично тестировал и которую мог бы порекомендовать кому-то еще. Традиционно дисклеймер, я не могу отвечать за какой-то откровенный брак, если кому-то придет, но вот у меня лично проблем не было с этими вещами, про которых мы сегодня будем разговаривать. И также я, естественно, не могу отвечать за транспорт, доставку этих вещей, если они куда-то там просто потерялись, либо товар как-то деформировали при доставке. Итак, приступим. Велотовары с AliExpress, часть 2. Экипировка. Итак, первое — это велотуфли для шоссейного велоспорта Shimano RC-702. Также у них есть индекс RC-7. Эти туфли я брал на AliExpress. Изначально хотел смотреть на Байкини, но наличия там не было по размерам, и цены на самом деле там были даже дороже. Нашел на AliExpress, почитал отзывы, заказал. Целый сезон, 2023 год, я откатал, вообще никаких нареканий нету. Делал отдельный обзор, у меня есть на канале. Классные тапки, мне реально очень нравятся. Две Бо можно подтянуть хорошо по своей ноге. Есть карбоновая подошва. Модель уже проверенная у нескольких сокомандников. У меня также есть такие велотуфли. Все очень довольны. Единственное, дополнительно хочу отметить, что размеры нужно смотреть. Моя нога 43,5-44 размер российский. Здесь размер 45. Поэтому нужно смотреть сетку шимановскую и там по сантиметрам вымерять. Вот этот 45 размер, это у меня нога 285 сантиметров. В остальном реально клевые тапки, смело могу рекомендовать. Второе — это очки Rock Bros. Отдельно у меня также был обзор на канале, где популярно рассказывал. У меня куча очков, вот такие вот фотохромные. Есть очки со сменными линзами, с большими линзами, с маленькими линзами. Можно покопаться на AliExpress, посмотреть, что-нибудь для себя найти. Но лично мои любимые вот такие вот фотохромные. Сейчас вот видите, они полностью прозрачные. Когда выезжаешь на солнце, попадает ультрафиолет, они начинают темнеть. Таким образом, очень удобно. Например, если едешь в солнечный день где-нибудь и на солнце они полностью темные, заезжаешь в какой-нибудь тенечек, где меньше солнца, и они начинают немножко светлеть. Также для МТБ очень удобно. При этом, если будете смотреть обзор у меня на канале про эти очки, почитайте комментарии, там очень интересно можно почитать. Кто-то хейтит данную фирму, типа говорит, вот, ты там зрение запоганишь. А были ребята, у которых есть реальный опыт использования очков типа Oakley, например, за там какой-то безумный ценник. Ну так вот, они говорят, что перешли обратно на Rock Bros. Но лично я использую в том числе потому, что меня устраивает качество, ну и в целом, и можно считать как расходник, грубо говоря, на сезон, на два хватает. Если что-то с ними пошло не так, упали, там поломались они, в велоспорт всякое бывает, то, по крайней мере, их будет не жалко, потом можно еще одни заказать себе. Третье — фонарь фирмы также Rock Bros. Решил попробовать, у моего сокомандника есть типа такого же фонарика. И вот заказал я конкретно на 600 люмен, там разные варианты есть, там 200, 400, 600, есть на 1000. Отличаются они в основном размером, чуть они побольше. Конкретно я взял на 600. Естественно, на полный свет я практически никогда не включаю. Это лишь значит то, что достаточно емкий аккумулятор, и в случае каких-то экстренных ситуаций можно реально очень мощно включить. Я обычно катаюсь где-то там на второй либо на третьей яркости, и мне этого вполне хватает. В комплекте есть крепление стандартное, он крепится на руль, ну и соответственно вы там можете и регулировать. Ездил я уже по ночам на МТБ, классно как бы светит, меня полностью все устраивает. Но еще раз повторюсь, можете залезть и посмотреть в целом различные модельки, какие вам конкретно понравятся. Конкретно сейчас пучок показать его силу тяжело, потому что нахожусь в квартире, но можете также зайти на официальную страничку Rock Bros, посмотреть там кучу фотографий, в целом ситуация будет все понятно. Далее пульсометр фирмы Magen, уже зарекомендовавшая себя фирма, делают велостанки, мачи и меры. Когда-то давно у меня были датчики каденса, и вот относительно недавно покупал именно пульсометр. Основной пульсометр я использую фирмы Polar, а конкретно вот этот пульсометр у меня лежит на работе, когда там делаю какие-то интервальные тренировки, например, на дорожке, то там с ним занимаюсь. Работает, пульс показывает, нареканий нет. При этом отмечу, у меня были предыдущие версии фирмы Magen, и вот у меня предыдущая модель, она у меня как-то сломалась, внутри там что-то болталось, я ее выкинул. С вот этой моделью у меня нареканий нет, ссылки будут в описании. Теперь немного про одежду. Фирма Spexel, интересная такая фирма, мне также подсказали ребята у нас, соседи по велоспорту с Алтайского края, и решил заказать красную джерси, ну собственно, чтобы под цвет велика было. Хорошие материалы, там очень много различных вариантов у них на официальной страничке на AliExpress.
AliExpress. Мне нравится качество самого материала. Стандартные есть кармашки, цвета разные можно посмотреть, и есть там пастельные оттенки, но вот мне больше нравятся как бы яркие, вот такие вот красненькие. Тоже ссылки будут в описании, можете посмотреть какие-то другие изделия. Фирма довольно-таки проверенная, вот это интересное. Дождевик той же фирмы Xpexel, ну или как она правильно называется, если неправильно называю, извините, в комментариях напишите. Неоднократно меня уже выручал, когда выезжаешь на тренировку куда-нибудь и есть вероятность дождя, неважно, на МТБ либо на шоссер, ее свернул, компактно положил в карман джерси, начался дождик, все надел, она никак вообще не промокает. Здесь есть несколько вентиляционных отверстий вот сзади, вот поэтому в целом в нем задохнуться тяжело, но единственное, хотелось бы сказать, конечно, какие-то интервальные жесткие тренировки я бы в нем, наверное, не стал делать, потому что все это не дышит. Основное назначение именно защита от дождя. Следующее, теплые бахилы фирмы Geo. Это неопрен, хорошее качество материала. Конкретно вот в этих бахилах я ездил в велогонку в Томске в 23-м году. Температура у нас там была порядка 2-3 градусов. В целом можно было и полегче, наверное, там где-то одеться, но вот я их проверял, на тренировках также катался. Классное качество, ноги греются, при этом если в жидкость попадает, то, как известно, неопрен не дает полностью насквозь промокнуть, поэтому нормальный вариант, тоже можно смотреть. Про зиму ничего не скажу, я использую там другие бахилы, которые под заказ мне делали, но в целом вот это качественное изделие могу точно рекомендовать. При этом не могу не отметить вот такие вот изделия, у нас особенно Серега Пархоменко в команде любит топить за такие вот изделия. Это типа носочки, надеваются на переднюю часть. Когда не очень как бы холодно, они защищают от набегающего потока, потому что, как правило, мерзнут именно пальцы. Здесь специальное отверстие под шипы. Причем конкретно вот эта вот фирма тоже Geo. Здесь просто такой виндстоппер типа. А есть также неопреновые носочки. Вот такие вот. Они всякие разные. Просто на Али можете залезть, покопаться и что-нибудь заказать. Фирменные будут дорого стоить на иностранных каких-то сайтах. А вот такие вот штуки там за несколько сотен рублей можно купить. Вот это вот тоже неопрен, например. Далее велобахилы фирмы Velatos, известная фирма. Вот они тоже продаются на AliExpress. Это чистая резина, и их можно использовать как в гонках с раздельным стартом. То есть я видел прямо видео на YouTube с аэротрубы, когда берут и типа там дешево и сердито натягивают вот эти резиновые бахилы, также использовать в дождь. Я также использовал на тренировках, когда выезжал и знал, что вот вероятность дождя очень высокая, чтобы ноги просто не мерзли, надевал сверху вот эти бахилы. При этом надо понимать, что это полностью резина. Если долго кататься, ноги в них будут внутри просто преть, и только от этого можно уже замерзать. Но в определенных каких-то сценариях, на непродолжительных гонках можно использовать. Ну и также, как говорил в начале, можно использовать как аэробахилы условно. Они полностью облегают ногу. Самое главное, по размеру хорошо подобрать. При этом надо отметить, что их необходимо правильно надевать. То есть мы ногу засовываем не вот сюда изначально, а засовываем ногу без велотуфля. Есть инструкция на самом деле. И немножко по-хитрому застегивается, они у нас потом как бы вот так вот надеваются. Вот, то есть сначала нужно просунуть сюда ногу без велотуфли, а потом уже непосредственно, когда нога уже прошла, надели туфлю и сверху как бы вот так вот застегнули, условно застегнули вот эти велобахилы, чтобы не порвать их. Далее в нашей программе снова фирма Rock Bros, но на этот раз велотрусы. К удивлению своему обнаружил на AliExpress, что вот эта фирма, ну помимо снаряжения различного, также выпускает велотрусы, и конкретно вот эти велотрусы без лямок, которые я использую и на обычных велогонках, и на тренировках со станком. В целом исторически так сложилось, что еще в 2019 году один раз попробовал покататься без лямок. Мне это очень понравилось. Брал я изначально для станка. И с тех пор я начал ездить и на улице тренировки, и все гонки. И наоборот, у меня есть несколько фирменных трусов с лямками. Они мне мешаются, сдавливают. И поэтому я вот все время использую такие вот шортики различных фирм. Ни в коем случае не настаиваю, но вот такой вот у меня вот опыт. Хороший памперс здесь мне нравится. Причем материал у него такой отводящий как бы влагу. Другие у меня есть также велотрусы. Они именно на станке начинают как-то промокать. Потом все это начинает натирать. Неудобно. Вот эти трусы мне зашли. И когда езжу на лежаке, и когда просто кручу различные велотренировки. Поэтому именно для велостанка можно тоже рассмотреть вот этот вариант, потому что наличие лямок здесь как таковое не нужно на велостанке, и при этом по цене вы хорошо сэкономите. Вот типа таких трусов вот 1500-2000 рублей, что в разы дешевле, чем если брать любые велотрусы с лямками, ну даже с того же с AliExpress.
И в завершение мой любимый комбез фирмы Свифтофа. Это цельный комбез вверх и низ. Я его купил впервые года 3 уже, наверное, назад. И у меня таких комбезов 2. Первый комбез у меня белый. Специально его брал, чтобы ездить в солнечную погоду и чтобы на улице, на трассе где-то было хорошо видно издалека. Второй комбез у меня черный. Ну, на нем также можно ездить гонки. И я ездил гонки. Очень прикольный материал. Все это очень хорошо тянется. Я изначально промахнулся с размером. Здесь азиатские размеры. Но он настолько хорошо тянется, что прям реально можно его натянуть как какой-то профессиональный гоночный комбез там для раздельных гонок. На моем канале я делал видео, когда сравнивал именно вот этот комбез с другими и с фирменными комбезами, и с другими изделиями, и очень хорошие результаты показывает именно за счет того, что вот этот облегающий крой, даже вот здесь вот посмотрите, специально вот эта ткань, которая используется в дорогих разделочных комбезах, она также позволяет улучшить немного аэродинамику. Сзади есть пару карманов, поэтому вы можете сюда положить какие-то вещи, там дополнительное снаряжение, если ездите именно на тренировки. Но также повторю, что ездил я как на тренировках, так и на гонках в данном комбезе. При этом изначально я его нашел по запросу на AliExpress как комбез для триатлона. Для триатлона здесь памперс немножко толстоват, как мне кажется. При этом я видел фотографии, как ребята там какие-то с водного этапа вылезали с него и, в принципе, в триатлоне даже выступали. Вот такой вот здесь памперс тоже, по моему мнению, за этот ценник достаточно качественный. Никаких толстых матрасов, и мне тоже нравится в нем ездить. Конкретно у меня вот этот комбез белый размера L Asia и европейский типа M. Но, блин, сидит он как будто там S, либо даже еще меньше. Вот черный комбез я уже брал побольше. Мой рост 186, объем груди где-то 97, ну и масса у меня 73-74 килограмма. Вот, но повторюсь, он так обтягивает тело, что такое ощущение, что когда как будто едешь, становишься просто тоньше и еще сильнее аэродинамичней. Первое время аж было непривычно, условно там тяжело как бы дышать, но на самом деле, когда гоночные комбезы одеваешь, ТТ-шные для раздельных гонок, они также стягивают все тело. Ну что ж, вот на этом все. Вкратце пробежались по топ-10 позициям велоэкипировки, которую я использую и которую брал на AliExpress. Если что-то у вас интересненькое есть, чем-то поделиться, тоже кидайте в комментариях, посмотрим. И кому-то, может быть, другим ребятам будет тоже полезно. Всем спасибо, всем пока и до встречи в третьем видео.